Как утверждают многие ученые, возраст нашей Вселенной составляет уже более 13 миллиардов лет. И по мнению многих из них, все началось с Большого Взрыва. The Big Bang – это конкурс научно-исследовательских проектов студентов и аспирантов. Впервые он прошел в Нью-Уитму осенью 2012 года. Организатор конкурса – деловая сеть Marketing to Innovation Education Science при содействии Ассоциации студенческого самоуправления. Конкурс прошел при поддержке компаний HP, Microsoft, Danone Unimilk, Pronano, представители которых отметили высокий уровень представленных проектов и готовы к дальнейшему сотрудничеству. Очень приятно видеть молодежную инициативу, потому как это важно для нас в связи с тем, что по статистике основная роль в инновационном развитии и большое количество новых, действительно прорывных идей всегда поступает из молодых мозгов. Поэтому желаю всем курсантам удачи и дальнейшего развития их проектов. Спасибо. Конкурс очень интересен, и надо проводить его каждый год минимум. Университет должен знать своих героев. На самом деле очень здорово, когда молодые специалисты, да, то есть вкладывают свои усилия, свои творческие способности, свои, не знаю, разработческие возможности для создания действительно полезных вещей. В финал были отобраны 14 проектов. А три лучших студенческих команды в декабре отправились на стажировку в университет Harriet Watt в Великобритании. Стажировка в университете Harriet Watt была очень интересна для меня и для нашего проекта. Мы получили отклики отличных экспертов. Мне очень понравилась заинтересованность наших инструкторов в наших проектах. Это была изумительная поездка, где удалось, помимо прочего, отдохнуть и выслушать мнение иностранных преподавателей и представителей от бизнеса по поводу проекта. И все это дало достаточно большой эффект для продвижения идеи собственной. Они уже одержали свою победу. Теперь твой черед. Не жди. Следующий конкурс The Big Bang 2 уже в марте. Следи за новостями.